Леха у нас пытается съесть медузу. Мы спорим на бутылку коньяка. За пятихатку. Смотрите, какая ебическая сила, блядь. Я такие бы сопли даже рядом не положил с собой. Ну, Леха, погнали. Потерял кусок, забери его обратно. Дальше. Лёх, ты половину медузы уронил, блядь, так нечестно, нихуя. Я тебе пол бутылки коньяка уже покупаю. Вот это еще тоже вон то надо доесть, вон то. Не, ну тогда еще одну. Не ебёт. Еще одну. Ладно, не вопрос. Проспорил, не вопрос. Бутылка коньяка, ебать, а я с Лехой пью. Ебать. Это омерзительно, чувак.